Неплохой бросок для пони, витающей в облаках. Ах так, думаешь, у тебя получится лучше, пони-ковбой? Я знаю, что смогу. О, не стоит. Похоже, у этого пегаса удар сильнее, чем у тяжеловоза. Цель игры – докинуть подкову как можно ближе к столбу. Ладно, ладно. У тебя еще один бросок, давай. Ух ты! Ха, таким ударом ты дверь в сарае выбьешь. Да, да, конечно. Все равно я добралась ближе. Попробуй меня обойти. Высший класс! Вот так мы играем на нашей ферме. Я проиграла. О, не расстраивайся, Радуга. Мы же просто играем. Не люблю проигрывать. Несмотря на то, что ты в хорошей форме, я все равно лучше. Ладно, Эпплджек, ты считаешь себя самой сильной во всем Понивилле, да? Ну, я хотела сказать в Эквестрии, но это будет похоже на хвастовство. А я считаю, что я самая сильная. Давай проверим. Что проверим? Я приглашаю тебя на состязание. Будет несколько спортивных заданий, вот и определим, кто из нас лучше, раз и навсегда. Знаешь что, Радуга, я согласна. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали мы. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лора Фауст. Продюсер Сара Уолл. Так, чем вы сейчас занимаетесь? Железное? Это состязание за титул «Железная пони». Мы придумали несколько испытаний, чтобы решить, кто из нас двоих... Самая сильная пони! А я вам зачем? Я не знаю. А зачем она осенний нам? Забег. Будет судьей, надо же записывать счет. Точно! Кто-то должен фиксировать мои рекордные результаты, которые войдут в историю. Привет всем! И добро пожаловать на ежегодное состязание за титул «Железная пони». Спайк, с кем ты разговариваешь? С ними. Начинаем игру! Ура! Ура! На старт! Внимание! Марш! Я готова! Спайк, время? 17 секунд! Ты шутишь! Я побила свой прошлогодний рекорд на Родео! У тебя 5-секундное пенальти за то, что ты толкнула бочку! Досадно! Это все равно 22 секунды! Неплохо! Эй, не нервничай! Не забывай, это просто игра! А теперь вставай на место! На старт! Внимание! Марш! Ух ты! Впечатляющая работа копытами, Радуга! Спасибо! Но наверняка я не побила твой рекорд! Что там со временем, Спайк? 18 секунд! 18 секунд? Радуга, кажется, ты скрывала от нас свои способности! Радуга победила в состязании с бочками! Поверить не могу, что я победила. Да, но только не привыкай к этому. Ой, молодец! Достойно уважения. Но позволь мне показать, как это нужно делать. Ух ты! Годы практики. Опа! Почему я? Вперед! Ой. Готов еще к одному заезду? Нет! Вперед! Радуга победила в состязании мустангов! А я проиграл!
считается. Состязание счет равный 5-5. С кем ты разговариваешь? С ними. 95 96 97 98 99 100. Да! Ну-ка соберись, Эпплджек. Время финала. Покажите все, на что вы способны. Похоже, эти пони сильнее любой лошади. Это нечестно. Это нечестно. Нельзя использовать крылья для победы. Обманщица. Я не понимаю тебя, шканада борцу. Я сказала. Потому что ты обманывала. Что? Половину состязаний ты выиграла только благодаря крыльям. Это неправда. Хочешь сказать, что ты не использовала крылья? Ну, нет. Но ты не говорила, что нельзя пользоваться крыльями. Я не думала, что тебя нужно просить играть честно. Без крыльев я бы все равно победила. Ха, докажи. С радостью. Так. Завтра будет ежегодный осенний забег. Согласна принять в нем участие? Ха, проще простого. Подожди. Ай. Есть одно условие. Ты должна бежать. Нельзя использовать крылья. Никаких крыльев. Без проблем. Искорка, быстрей! Мы опоздаем на забег! Почему ты так радуешься этому забегу? Он только для пони. Да, но я надеюсь, что опять стану ведущим. Послушай, дамы и господа, добро пожаловать, пожаловать на наш ежегодный забег! И я его ведущая, Пинки Пай. Сегодня я буду вашими глазами и ушами! Прости, Спайк, похоже, твоя должность уже занята. Как известно всем пони, бег – важная традиция! Без этого забега осенью листья не падают с деревьев! Итак, пони, приготовьтесь! Осенний забег начнется через 5 минут! Простите меня, простите, пропустите железное пони! То есть железную зазнайку! Ну как, Эпплджек, ты готова занять второе место? Я готова бежать честно и без обмана. Да, да. И ты не можешь использовать свои крылья. Я выиграю этот забег, даже если мои крылья будут связаны за спиной. Связана, как индейка. Индейка, которая не может летать. Очень смешно. По крайней мере, сейчас мы будем соревноваться честно. Участники, пожалуйста, займите свои места. Пинки Пай. Привет, Спайк. Как дела? Ты видел? Я ведущая. Да, я знаю, что сегодня ты ведущая. Повезло. Я уверен, что у тебя получится. Но я хотел поинтересоваться. Что? Неважно. Спайк, ты не хочешь?
Что ты здесь делаешь? Принимаю участие. Да ладно, Искорка. Я не шучу. Что? Ты не спортивная, ты, ну, ты книгоед. Я не книгоед, я начитанная. Книгоед. Скажи, ты когда-нибудь бегала раньше? Ну, нет, но я много знаю о беге. И ты знаешь о нем из... книг. Я прочитала по случаю. Что ты читала? Гид по бегу для книгоедов? Ты растянула свои глазные мышцы, чтобы разогреться? Поняла? Глазные мышцы? Смейся сколько хочешь, Радуга, но осенний забег – традиция Понивилля. И так как я здесь учусь, я решила принять в нем участие. Это потрясающая идея, Искорка. Удачи. Да, увидимся на финише завтра. Итак, пони, мы готовы? На старт! И начали! Добро пожаловать на ежегодные осенние гонки листьев. Знаешь, Спайк, несмотря на название гонок, листья не имеют никакого отношения к гонкам. Да, в забеге принимают участие пони. Что ж, да, Пинки, топот копыт пони вызывает листопад. Ох уж эти ленивые листья. Но в этом году забег – это не просто падение листьев. Нас ждет ожесточенная борьба двух пони, которые хотят победить Радуга и Эпплджек. Знаешь, Пинки, этим пони предстоит пробежать длинную дистанцию. Скоро мы выясним, кто из них сильнее. Да, слово «забег» похоже на слово «обед». Да, похоже. А чем? Я люблю поесть, но если я съем слишком много, то у меня болит животик, и я не могу бегать. Уже проголодалась? А, нет, спасибо. Я обильно позавтракала. Давайте посмотрим, как дела у двух соперниц Эпплджека и Радуги. Эпплджек и Радуга показали хороший старт, и сейчас они проходят дистанцию ноздря в ноздрю. Но что это? Эпплджек вырывается вперед, и сейчас она лидирует. Но Радуга просто так не сдается. Теперь она лидирует на половину носа или на три четверти носа. Нет, на 63,7% носа. Ну, это примерные цифры. Увидев этот маневр, Эпплджек напрягает свои сильные ноги и значительно ускоряется. Теперь она на 350 носов вперед. Без крыльев не просто, да? Давай, Радуга, покажи, на что ты способна. Ага, не гони лошадей, Пинки. Радуга быстро догоняет лидера гонки Эпплджек. Какая жалость! Я думала, победа уже у Эпплджек в кармане. Ты ведь не думала, что я так просто сдамся, правда? Поверить не могу. Знаю, здесь чудесно, правда? Я не об этом, Искорка. Радуга подставила мне подножку. Это неправда. Нет, правда. Неправда. Если бы ты смотрела под ноги, как я, ты бы заметила, что сама споткнулась о камень. Что? Ну, берегись. Мне нужно постараться, чтобы догнать Радугу. Будь осторожна. Увидимся на финише! Глазам своим не верю! После огромного разрыва Эпплджек снова лидирует! Она берет реванш! Молодец! Какая гонка! Пижама-котенка! Стойте, а при чем тут гонка и пижама-котенка? Я оговорилась? Итак, давайте вернемся к гонке! Не так быстро, Эпплджек! Гонка еще не окончена! Для тебя окончена! Поверить не могу. Эпплджек поставила мне подножку. Вы что, совсем под ноги не смотрите? Ты споткнулась о пенек. Видишь? А, вижу. Я вижу обманщицу. Радуга, Эпплджек никогда не лжет. Это был несчастный случай. Ну да, конечно. Ну, то есть, да, уверена, так и было. Радуга, не забывай, что это просто игра. Да, но правила изменились. И в этой игре только двое. И Спайк! Радуга катится как по маслу, стараясь нагнать Эпплджек. Не думаю, что масло может помочь ей в этом состязании. Масло пригодилось бы на состязании гастрономов, но я не люблю масло. А ты, Спайк?
Я люблю соленые огурцы. И, похоже, Эпплджек расстроена из-за того, что радуга ее обогнала. Посмотри-ка, без крылья. Перед самым эквестринским лесом радуга возвращается в лидирующую позицию. Эй, радуга! Ах ты, плутовка, сделала все нарочно! Молодец, радуга! Да здорово! Да, этот лес восхитителен. Эй, радуга, ты разве не была впереди? Я точно выиграю. Но ведь все участники уже обогнали тебя. Ну ничего себе, до встречи. Эпплджек, что ты здесь делаешь? Здесь даже деревьев нет. Знаю, но указатель показывал сюда. Радуга, не хотите меня подвести? Что это такое? Ты же сказала не летать. Нет, я сказала никаких крыльев. Знаешь, Спайк, это был самый интересный осенний забег за всю историю Эквестрии. И самые интересные ведущие. Но дело не в том, как участники бегали. Наоборот, бега мало. Не? Знаю, я не лучшая спортсменка, но разве суть осеннего забега не бег? Знаешь, по-моему, Искорка права. Правда? Да. Если хочешь победить меня, беги! И снова радуга и Эпплджек бегут ноздря в ноздрю. Каждый из них надеется на победу. Эпплджек лидирует, теперь радуга. Место. И это хорошо, потому что я участвовала в забеге впервые. Что? Как такое возможно? Ты бежала слишком медленно и любовалась пейзажем. Это верно. Я просто бежала, как было сказано в книге. А потом в конце, когда все пони устали, я ускорилась. Поверить в это не могу. Искорка нас победила. Ну, с вашими ссорами это было очень просто.
Ты права, Искорка. Мы вели себя ужасно. Из нас вышли плохие спортсмены. Похоже, кто-то получил очень важный урок. Принцесса Селестия! Что вы здесь делаете? Осень – мое любимое время года, поэтому я приехала на ваш осенний забег. Нам очень жаль, что вы видели наше плохое поведение, принцесса. Не переживай, Эпплджек. Нелегко сдерживать себя во время соревнования. Но никогда нельзя забывать, что дружба всегда важнее любого состязания. Правильно, Искорка. Из-за того, что вы отчаянно соревновались в обмане, вместо того, чтобы заниматься делом, большинство этих чудесных деревьев еще не сбросили листья. О, принцесса, мы с легкостью исправим эту ситуацию. Ну, что скажешь? Пробежимся еще раз. Я бы с удовольствием размялась. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть».